Всем доброго дня! Сегодня расскажу про то, что у нас использовано, то есть открываю в рубрику очередной раз про пустые баночки. То, что куплено, все покупается постоянно, лучше, конечно, что это по подписке. Серия Wellness Sofi сейчас у нас вот так вот будет выглядеть питательный коктейль. Это клубничный вкус, его любит у меня ребенок, я беру также с собой. Баночка у меня сохраняет муж для всяких причиндалов, там, болтиков, винтиков и всяких своих мелочей. Поэтому очень удобно, удобнее, чем бумажная упаковка, поэтому имейте в виду. Кстати, очень, наверное, можно даже сыпучие крупы здесь и каши хранить. Очень удобно сама банка. Закончилось все у меня вот так вот выглядит теперь женские витамины. 60 таблеток и в следующем каталоге, уже майском, будет на них еще скидка, потому что обязательно себе куплю. Сдала анализы. Анализы все в пределах нормы, что меня очень даже порадовало с нашими продуктами именно Wellness. Очень много потрачено на уходовую косметику, как ни странно. Это было, например, маски. Серия Novage, это с биоцеллюлозой маска. Дорогая, но очень эффективная. Мне очень нравится себя иногда побаловать. Осталось две маски для волос, хотя, наверное, мне кажется, что их было больше, чем две, с маслом авокадо. Всегда говорю, что, и всегда, когда рассказываю про заказы, говорю, что масло авокадо у нас вообще в преимуществе, и им пользуются, и его любят, причем во всех продуктах серии Love Nature. Важно, что это будет. Очень порадовала новинка серии Fit Up, это с маска для ног с маслом миндаля. Приятная текстура, достаточно плотная, хватило мне на ноги, мужу на ноги. И, честно говоря, еще немножко осталось, и я хочу сделать, наверное, видеообзор по ней. И еще на мои ноги точно их осталось, потому что вот это вот объема 20 мл хватило на 3 раза, считайте. Очень в восторге, я заказала в этом каталоге, пока со скидкой, еще такую маску. Рефил. Мыло было еще, вот еще было мыло в такой упаковке, да, своей классической. Его выбросили, не дождалась. И рефил тоже удобно, мне нравится. И здесь объемы даже больше, чем в этом флакончике. Это флакон от лосьона для, тоже видите, весь для лосьона для тела и рук. И у меня даже ребенок им пользуется, потому что легкая текстура. Удобный формат и всегда под рукой, она стоит рядом с собой. В ванной стоит ванна, и ребенок пользуется, даже у ребенка и муж пользуется постоянно. Что еще? Из серии молоко и мед вот такая вот масочка. Люблю эту серию. Покупаю всегда на распродажах, и мне ее достаточно долго хватает. И плюс еще эта баночка сейчас пойдет у нас под цветы. Мы сюда пересадим какие-нибудь маленькие кактусы ребенку в школу, как ему сказали. Из уходовой для серии Duology была взята вот такая вот сыворотка для секущихся волос. Честно говоря, эффекта я не почувствовала, но сама текстура мне понравилась. Легкий аромат, легкая текстура. Ну, мои длинные волосы, наверное, мне не распознать было. Вот. И очень люблю скраб. Скраб я тоже уже в этом каталоге, он со скидкой. Причем при покупке двух продуктов серии Duology в этом каталоге до мая месяца, до начала мая, получается скидка. До начала мая, до 11 мая. До 11 мая покупаете, и вам будет в подарок еще несмываемая маска. Поэтому есть возможность закупить, докупить и получить еще и подарок себе. И зубные пасты тоже сейчас со скидкой можно покупить, детская и травяная. Хотя ребенок уже сказал: мама, не надо мне покупать клубнику. Из серии Love Nature вот такая вот тропический, очень вкусная манго. Разошлось буквально за считанные минуты, за считанные дни. Ребенок уже распробовал, ему очень понравился ими тропический вкусный вот этот аромат. Из серии Love Nature закончился у нас шампунь вот такой вот. Два в одной с маслом авокадо и воростками пшеницы. Стоит как палочка-выручалочка на всякий случай, когда под рукой ничего другого нету. И серия Novage закончилась у меня, наконец-то, давно стояла эссенция. Скорее всего, буду покупать новую. Вообще, говорят, лето будет в Питере жарко, поэтому очень хороший эффект увлажнения. Но сейчас она не в капельном виде, как здесь, да, была просто на руку капала. Сейчас она в виде спрея. Обратите внимание, для тех, кто сухая кожа, у кого есть большие перепады температуры, под кондиционерами работаете, очень хорошее глубокое увлажнение серии Novage Plus сейчас. И очень много накопилось, оказывается, Optimals.
У меня вот накопилось, здесь была мицеллярная вода, здесь был тоник и очищающее средство. Все у меня теперь закуплено по-новому, а баночки остались. Обязательно покупаю, мне очень нравится, почему мицеллярная вода у нас только в этом варианте осталась, которая достаточно еще в серии Love Nature, но мне вот этот вариант Optimus больше нравится, он более мягкий. Хотя тот предназначен для сухой кожи. И еще из старых запасов у меня такая вот масочка была с лавандой. Она не смываемая, можно было оставлять на ночь. Мне очень нравился такой формат. И в последнее время, по-моему, не видела этой серии Essentials с лавандой. Но если вы видите на каком-нибудь распродаже, возьмите себе очень хороший, глубокий, тоже увлажняющий и успокаивающий, тонизирующий маска для лица. Вот и все, что у меня осталось. Буду дальше копить. До новых встреч!